Продолжение эфира телеканала «Беларусь-4 Гомель. Новости спорта». В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Гомель» в очередном туре чемпионата уступил. Игроки «Динамо» из «Молодечно» смогли взять реванш за субботний проигрыш. Игра в целом получилась равной. Первый и второй период кандидата на победу не выявил. В каждом из них команды отличились по разу. У хозяев «Гаврус» и Кучкин рыси ответили точными бросками Жидких и Хузеева. Победитель был выявлен в заключительной трети. Соперник Мельчан вышел вперед на 47-й минуте. Интрига сохранялась до самого конца, однако практически перед финальной сиреной динамовцы вновь забили и установили окончательный счет 4-2. Гомель опустился на третью позицию в турнирной таблице. Еще одно «Динамо», на этот раз БНТУ из Минска, было в соперниках у представителей региона в чемпионате страны по мини-футболу. Игроки БЧ в непростом выездном поединке одержали победу, переломив ход поединка, который изначально складывался неудачно. Игра началась очень резво. Уже на 5-й минуте зрители увидели 3 забитых мяча. Хозяева повели 2-1. Отыграться с железнодорожником удалось лишь во втором тайме, а под занавес поединка подопечные Дмитрия Камека нашли в себе силы, чтобы выйти вперед. И спустя минуту забить вновь. 4-2 – трудовая и очень важная победа БЧ. Пока команда расположилась в середине турнирной таблицы. В Гомеле стартовала республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по боксу среди юниоров 2003-2004 годов рождения. В соревнованиях принимают участие около 90 спортсменов. Поединки проходят в 13 весовых категориях. Задача – выявить лучшую спортивную школу страны. На спартакиаде представлены 7 команд, победители областных этапов, а также лучшее учреждение из Минска. За честь нашего региона поборются жлобинские боксеры. Стоит отметить, что допустим, пускаются и лучшие участники из школ, не прошедших отбор. Они выступят в личном первенстве. Завершится спартакиада в пятницу. Бои, которые состоятся 18 и 19 октября, можно будет увидеть, не выходя из дома. На сайте Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств организуют трансляцию. И в завершении новости из Мозыря. Там завершился чемпионат и первенство области по легкоатлетическому кроссу. В нем приняли участие более 250 человек. Лучшими по группе городов стал Мозырь, а по группе районов – победа на счету Хойникщины. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский.